Подсознательно звук «Е» в этом имени воспринимается спокойно, без раздражения. Высшие силы постоянно посылают владельцу этого имени различные знаки и говорят о том, что они полностью на их стороне, одобряют то, что они собираются совершить. Также определенные знаки в их жизни дают понять, что они на верном пути. Буква «Т» дает человеку настырность. Эти люди особенные, так как находятся под управлением планеты Прозерпины. Эта планета очень сильная и эффективная. В Древнем Риме считалось, что Прозерпина очень властная и сильная богиня. Она ассоциировалась с плодородием, успехом и процветанием. У римлян эта богиня управляла подземным царством. Этих личностей сложно обмануть, видимостью для них всегда важна реальность. Очень часто человек с буквой «Р» в имени бывает резок и невоздержан в высказываниях. Звук «Х» в этом имени дает характеру человека неприятность и отсутствие напора. Буква «Л» в нашем восприятии вызывает неоднозначные ассоциации. Коммуникабельность и дружелюбие этих людей сочетается с импульсивностью и энергичностью. Люди с буквой «Т» в имени отличаются страстью и пламенной натурой. Некоторая отрешенность и неуверенность, заключенная в букве «И», мешает быстро принимать решения и замедляет реакцию. Этим людям также характерно стремление поделиться своими ощущениями и знаниями со своим партнером. Обычно эти личности очень амбициозны, энергичны, инициативны, активны. У человека повышена чувствительность к тому, что говорят о нем люди. Им важно, как они выглядят в глазах окружающих, поэтому стараются добиться высоких результатов выбранной деятельности. Носители этого имени умеют подстраиваться под других людей. В отношениях владельца имени проявляет инициативу и очень часто собственнически относится к партнеру, считая себя единственным спасителем. Люди с таким именем обладают высокой стрессоустойчивостью, постоянно стремятся к роскошной жизни и умеют зарабатывать много денег. Владельцы этого имени требовательны к себе и к другим. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Там, где другие 10 раз свернули бы себе шею, владельцу этого имени повезет. Способность не обманываться видимостью, а вникать в существо. Звук «Е» также говорит о легкой приспосабливаемости, сексуальности, нередко подавляемой закомплексованностью. Внешне человек показывает практичность как ширма для сокрытия романтической мягкой натуры. И тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.